Есть кубик игральный, на гранях которого написаны числа. Если вы бросаете этот кубик, ну, один игрок бросает один, другой бросает другой, то попадает на одном кубике число, на другом кубике попадает число. Будем считать, что у кого больше, тот и победит. Представьте себе, что разрешено делать такой игральный кубик при помощи своих чисел. У обычного числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 числа на одном кубике не должны участвовать на грани второго и там, не должны участвовать на грани третьего. То есть на одном кубике написано там одни числа, на другом другие, на третьем третье. И вот такое забавное условие. Камень, ножницы, бумага. Знаете такое? Там в чем идея? Камень побеждает ножницы, да? Потому что ножницы не могут его разрезать, ступиться о него. Ножницы побеждают что? Бумагу, потому что могут ее резать. А бумага побеждает камень, потому что может его прикрыть. Да? Можно камень завернуть в бумагу. Так вот, нужно такую систему видеть. Ну, в математике это называется нетранзитивность. Модифицировать кубик, то есть заменить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 на его грани на какие-то другие натуральные числа, чтобы выполнялись следующие условия. В среднем один кубик выигрывает у другого, тот у третьего, а третий у первого. По кругу. На каком классе задача? А задача не будет на классе. Задача или решена, или не решена. Вот школьные упражнения, они бывают на класс, да? Вот есть какая-нибудь формула, идет в таком-то классе учат. А задача, тем и отличается от упражнения, что она требует, ну, как бы решать. И какой-нибудь пенсионер ровно с такими же шансами решит эту задачу, как и вы. Хотя он во всех классах уже учился. Вы подбираете, вы конструируете эти кубики. На каждом кубике, да? А мы договорились, что на одном кубике там его числа, на другом по. Сделать так, что на одном кубике два числа повторяются, и там два числа. Можно, можно, пожалуйста. Нет, вы это написали уже все три кубика. Вы проверили, какой кубик, который. Ребят, дело в том, что если мы будем выслушивать эти идеи и проверять на доске, то кружок не закончится никогда с этой задачей. Потому что вы будете ошибаться и так далее. Надо в тетради проверить. Там, у такого-то кубика такие-то числа. У такого-то кубика такие-то числа. Надо выписать и проверить. И сделать это. Проверить, что первый предатель второй, второй, третий, третий, первый. А? Да. Хорошо? Ну, не важно, как ее называется. Важен набор чисел. Нужно написать 6 чисел. Так, ну нормально. 3, 3, 5, 5, 7, 7. Не надо взять кости, да понятно, что же это еще. Так, давайте проверять, кто из них кого победит. Тройки победят только двойки, поэтому значит, здесь будет две победы, да? Пятерки будет еще 4 победы, значит, это уже 6 побед. Семерки будет еще 4 победы, это будет уже 10 побед, так? Но, а всего-то побед должно быть 36. Поэтому вот эта кость, она сильнее. Получается... Вот такая ситуация. Дальше. 20 побед. Две тройки, две семерки, две пятерки. Сейчас, я каждый раз забывал... Умножить на 2, да. 20 побед. Простите меня, пожалуйста, я не туда стрелочку поставил. 20 побед из 36. Да. 20 побед из 36, значит, будет вот так. Значит, итак, тройка побеждает этих, эта тройка тоже побеждает этих, да? Так, все, это понятно. Так, и теперь это ваша кость В. Она из чего состоит? Она состоит из шестерок. Так, и вы хотите сказать, что вот так. Двойки побеждают вот этих, да? Четверки их же тоже побеждают. Девятки побеждают всех. Значит, получается... Да, получается. Так, и теперь утверждается, что вот это победит это. Давайте смотреть. Шестерка побеждает четверых, то есть все уже 8 побед, это тоже 34. Восьмерка побеждает всех. Это будет 12 побед.
Да, да, да. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да. А всего 36. Господа. Всего 36 побед можно. Да, всего 36, да. А, тут 12. Господа, что? Вы посчитали 12. Половины, да. Смотрите, на самом деле, как можно было понятнее рассказать придуманное ею решение. Можно было так сказать. Здесь же все равно 1, 1, 6, 6, 8, 8. Можно было здесь написать так. 3, 5, 7. Здесь написать 2, 4, 9. А здесь написать 1, 6, 8. Почему это разумно? Просто мы каждую заменим на 2. Понятно, что от этого, если каждую везде заменить на 2, то от этого, по сути, ничего не изменится. Вот. И теперь смотрим за победой. Тройка побеждает одну, пятерка побеждает двоих, семерка тоже побеждает двоих. Поэтому со счетом 5-4 здесь победа. Здесь двойка побеждает, четверка побеждает, девятка побеждает троих. Тоже со счетом 5-4 победа. Пока все понятно? И вот, замечательно. Теперь единица, конечно, никого не побеждает. Шестерка побеждает двоих, восьмерка побеждает троих. То же самое со счетом 5-4 на победу. Заметьте, выяснилось, что игра не кубик тут не особо при чем. Можно даже вот обойтись меньшим количеством граней. Вот, ребята, это одна из любимых задач на эту тему. Вот, в тысяче одной задаче она есть. И у этой задачи есть такое продолжение. А вот представьте себе, что по-прежнему числа вот от 1 до 9, только я хочу, чтобы счет был такой, чтобы вот здесь вот счет был 6-3. А здесь по-прежнему выигрыш, и здесь по-прежнему выигрыш. Мне не важно, с каким счетом, то ли 5-4, то ли 6-3. Пожалуйста, придумайте такую систему. Напишите числа от 1 до 9 таким образом, чтобы когда мы будем их сравнивать, то счет в одной из игр был бы 6-3. Тысяча одной задачи, она написана так же, как в свое время она звучала на одном из математических праздников, там лет 20, даже уже, наверное, 25 лет назад это было. Задача там была такая. 9 борцов разных сил, самый хиленький, у которого, так сказать, одна сила, посильнее 2, посильнее 3, это так вплоть до 9. 9 борцов разделите на 3 команды, чтобы когда команды будут встречаться по принципу каждый с каждым, то одна команда выигрывала бы у второй, вторая у третьей, а третья у первой. Это называется нетранзитивность. Нетранзитивность встречается чаще, чем может показаться. Нет, не суммарная. Сумма вообще ни при чем. Играют по принципу каждый с каждым. Да. А может быть такое, как то, что один кубик побеждает другой, они все не могут. Первый кубик. Я нарисовал тогда. Нет, на первый кубик, который побеждает. Побеждает всех остальных? 6-3. Это, конечно, классно. А другое остальное с другим. Нет. Нет, один раз 6-3 можно, но победы должны выглядеть именно так, как там нарисовано. Сделал? Диктуйте мне первую команду. Первая будет 3, 5, 6. Так, 3, 5, 6. Следующая команда. 2, 4, 9. 2, 4, 9. Следующая команда. 1, 7, 8. 1, 7, 8. Так, проверяем. Значит, 1 ни у кого не выиграет. 7 выиграет у всех. 8 выиграет у всех. Да, 6, 3 здесь есть. Отлично. Эта команда. Тройка выигрывает у одного. Пятерка выигрывает у двоих. Уже 3 победы. Шестерка выигрывает у двоих. Действительно, счет 5-4. Это команда. Двойка выигрывает у одного. Четверка выигрывает у одного. Девятка выигрывает у троих. Тоже 5-4. Отлично, спасибо вам. Вы решили задачу.